Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы начинаем играть в игру под названием Dead Island. Это мы уже смотрели. Так, компания Райдера. Включим. Настройки у нас вроде бы высокие. Да. Ну что ж, давай начнем. Так, новая игра. Так. С кого же начать играть? А может что-нибудь такое, что по всяким ножам, топорам, нет, тесакам, мачете. А, ну вот написано, эксперт по огнестрельному оружию. Так, летательный мозг, заточенный. Такое. Это у нас неизвестно кто. Вот тебя. Мой отец был большим человеком. Старшим инспектором в полиции Гонконга. Я хорошо помню его, хотя мне было всего 10 лет, когда... У меня были скрипы в записи. Какой-то... Так. Ой, так, с управлением. Что-то очень все быстро. Что-то нас шатает. Так. Может, внутри что-то есть? Я потише сделать. Фонарики у нас тут, паста зубная. Так. Так. Денежки сразу, да? Может, тут что-то есть? Сюда.
Вовремя. Очень вовремя. Я вижу тебя через камеру. Ты в порядке, друг? Судороги, жар, озноб. Нету. Хорошо. Я представлюсь позже. Сейчас надо вытаскивать тебя отсюда. Делай все точно, как я скажу. Доверься мне. Сначала тебе нужно разжиться оружием. Поищи его в складской служебке в конце коридора. И на твоем месте я бы поторопился. Давай. Надо собрать полтора тут. Девушки на фотографии будущем. Зараженные! Беги! Беги в складскую комнату! Чуть дальше! Совсем что-то будет. Опа. Есть. Проснись и пой. Тебя уже обнаружили. Спасатель сказал мне, ты его слышал. Ты что, не знаешь, что там было? Хочешь это сюда потащить? Я сделаю. Нет! Ну чёрт, что он говорил? Погоди! Эй! Ты меня слышишь? Понимаешь, что я говорю? Если да, кивни головой. Ну уже давай! Я повторять не буду. О, ну слава богу. Я херовенький, но доктор, а не палач. Матерь Божья. Ты душка. Мы же тебе только что чуть башку не расколотили, представляешь? Твою мать! На, не надо было мне слушаться. Да что с вами такое, черт возьми? Почему вы ничего не делаете? Почему ему никто не поможет? Мы не можем бросить его там. Он спас тебя. Ты ему жизнью обязан. Чем обязан? Да? А, перевод. Надо взять сколько себе. Так, все. Мы можем выступить на закате. Если не собираешься помогать, тогда уйди с дороги. Ты хочешь выйти? Совсем спятила? Раз, два, твою мать, три! Помогите! Я сказал себе что-нибудь другое, что написано в субтитрах. Помогите! Ладно, но это безумие. На счет три. Раз, два, твою мать, три! Последний? Слава богу. Спасибо, парни. К кому ты обращаешься? Вы там? Алло! Вы меня слышите? Дьявол! Алло! На нас сейчас напали. Ваш друг из отеля очнулся. Вы были правы. У него действительно иммунитет к этой дряни. Если бы не он, мы бы не продержались. Теперь, возможно, мы выстоим до прибытия помощи.
помощи ее не будет. Эту дрянь не остановить. Я видел, что она сделала с моей женой. Вы должны уйти оттуда, и я могу помочь. Я могу организовать транспорт какой угодно. Но сначала вы должны добраться до меня. У меня здесь полно больных и раненых. Они обезумели от страха. Скажите, где вы? Где вы? Эй, вы там! Алло! Алло! Черт побери! Я уж думал, тебе настал конец. Из-за тебя. Отлично. Я тебя не за... Так. Кровавая ярость. Еще. А, у нас больше ничего нет, да? Ладно, жалко. Меня зовут Джон Синамой. Я здесь главный спасатель. По радио мне сказали, что ты влип в неприятности в отеле, и что у тебя иммунитет к этой дряни. Я сперва не поверил, но потом нашел тебя и увидел следы укусов. Симптомов у тебя нет, но это ведь не комары тебя покусали. Я не знаю, кто ты и откуда ты знаешь парня с радио, но он наша единственная связь с внешним миром. Мы начинаем терять чертов сигнал. Скоро придет муссон. Короче так. Всем нужно эвакуироваться на главную спасательную станцию. Там есть скорая помощь, нужное снаряжение и более мощная рация с антенной. Мне неудобно, но без тебя нам не справиться. Ты поможешь? Конечно же, да. Посмотрим, что я смогу сделать. Хорошо. Сначала нам понадобится карта допуска, чтобы пройти за ворота. Моя лежит в моей комнате, я забыл взять ее с собой. Это в 11-м бунгало у бассейнов. Возьми оружие и будь осторожен. Если у тебя иммунитет, это не значит, что ты бессмертен. Если мы не сможем... Так. Оружие еще. Где-то он тут у нас... резак какой-нибудь. Палка, какая метла, это метла. Так, пошли. Опять пугающая тишина. Блин, нам хили. Алкаш, а? Совсем охренел, что ли? Алкашня. Так, что это? Бутылка. Так, сейчас не поднимешься, все. Я не... Так, лежать. Ну это же какой-то бред! Лежать, да, это бред. Так. Тихо. Тихо. Тихо, 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 тихо. 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 Это труба. Тихо. Падай, придурок, тут. Тихо, тихо. Дебил, что ли, совсем. С трубой нам будет полегче чутка, наверное. Не точно, конечно, это, но...
Так, этот умер, все. Там дебилка стоит. Тихо. What's in here? Опа. Ты чё? Могу молчать. Блять. Чё? Ты дурак. Совсем охренел, дебил. Лежать вот. Так, молот. Так, это как-то можно, да? Музыку нахер. Так. Так. Все, я больше не хочу это пока что играть. Нет. Так, ладно, все.